На нашей сцене настоящая звезда. В свои 3,5 года он покорил гроссмейстера Карпова, а вместе с ним и весь интернет. Более 1,5 миллионов просмотров, из которых только моих 50 тысяч. Встречайте, шахматный принц нашего шоу Михаил Осипов! Главный вопрос. Ты же наверняка смотрел финал между Сергеем Корякиным и Магнусом Карлсоном? Смотрел. А за кого ты болел? За Магнуса Карлсона. Непатриотично, ты болел. Да. А почему за Магнуса, скажи? Он красиво играет, Сергей Корякин тоже. Но Магнус Карлсон еще красивее играет. То есть изящно так, да? Ну, я тебя понимаю. Он еще красивее играет. Угу. То есть ты обрадовался, когда Магнус Карлсон выиграл, да? Да. Угу. У меня был для тебя сюрприз. Вот. Я боюсь, что сейчас этот сюрприз вызывает такси. Но тем не менее, он тебя обожает, этот сюрприз. В нашей студии гроссмейстер, заслуженный мастер спорта России, чемпион мира по быстрым шахматам, обладатель Кубка мира ФИДЕ и твой не самый любимый шахматист Сергей Корякин. Здравствуйте, Сергей. Прошу Привет, вас. Я ничего не слышал. Расскажи еще раз, за кого ты болел, когда играл Сергей с Магнусом? За Магнуса Карлсона. Ну. Ага. Принципиальный Миша, да. Что делать? А чего не смотришь в глаза, Сережа? Нет, но надо сказать, что Миша сказал, что Сергей Корякин очень красиво играет, а Магнус красивее. Ну, будем в следующий раз выигрывать матч, ничего не остается. Да, но мы в этом уверены, Сергей, тем более, что за вас болела вся страна, минус Миша Осипов. Но Миша просто уже чувствовал конкурента, да, Миш? Сереж, вы видели игру Анатолия Карпова и нашего Миши Осипова? Да-да-да, я видел эту игру, я находился под огромным впечатлением и уже побаиваюсь, Миша. Сереж, а с точки зрения профессионала, насколько это был серьезный поединок? Это был очень серьезный поединок, Миша очень достойно играл, то есть, ну, я сейчас, наверное, был в шоке. То есть я вот могу заверить как профессионал, что это была абсолютно такая интересная партия, содержательная. Миш, ты готов потренировать Сергея? Да. Да, вот, сразу оживился. Итак, мы идем на нашу большую шахматную доску. Сергей Корякин и Михаил Осипов. Ну и я рядом где-то. Пойдем. Ты какими? Черными? Белыми? Мне любой цвет. Любой цвет. Тогда иди сюда, потому что Корякин суеверный. Пожалуйста, Сереж. Итак, дорогие друзья, матч года в шоу «Лучше всех». Гроссмейстер Сергей Корякин против поклонника Магнуса Карлсона Михаила Осипова. Так. Е2, Е4. Е4, Е5. Это дебют Слизерина. Это сицилианская. Сицилианская. А, сицилианская, да? Обычно ходит d4. Ага. Ну, я пытаюсь как-то удивлять. Мне кажется, Миша отлично подготовлен. Ой. Так. Первые потери. Мы еще не победили? Ой. Это две погибшие пешки, да? Так. Скажи, Миш, а ты знал, что ты подставляешь пешку? Это мы разменяли. А, вы разменяли.
Я так в обменнике в 90-х менял. Черное на белое. Ну ничего, я пойду. Ага, а как поставил-то? Шах. Это похоже на какую-то перестановку мебели. Ага, я тебе помогу. Я сам. Молодец. Отдает, а? Так. Скотомину. Мне надо ходить. Миш, смотри, если тебе плохо видно доску, я тебя могу посадить на плечи. Это не надо. Нет? И Миша все понимает, просто... Все, не мешаем. Тогда. Просчитывает. Я пока пойду еще как-то. Как ты нежно захватил короля, да? Это да, но при этом он сделал сильнейший ход. Сильнейший ход был, да? Да, 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 сильнейший ход, 100%. Это не страшно. Это сильно. Так, все, молодец. Так, все. Да? Хитрит, Миша. Так вот, я отпущу руку. Он знает, как в преферансе, все, в карте мест. Миш, как ты оцениваешь позицию? У кого лучше? У белых. А, у белых? Конечно, белые, кстати, без сортировки. Не понял. Без какой-то сортировки. Да не сортировки, а рокировки. А, рокировки. А, без рокировки достался. Скажи, Миш, а у Корякина есть хоть один шанс? Я думаю, есть. Сереж, скажите честно, вы поддаетесь хоть немного? Нет, абсолютно не поддаюсь, играю в полную силу. А что он схватил вашу белую? Но, вот. А-а-а. А я думал, это был рейдерский захват. Ходи. Хорошо, я просто думал. Ну ладно, пошли так. Шах дал. Шах? Угу. А, ничего себе. Вот так. Я очень пишу. Вот вам наш черный. О, он королем забрал твоего этого. Как это называется? Я вижу. А, ты знал, да? Да, да я вижу. Да, понятно. Да, ушел из-под боя, потому что слон напал на пешку. Не стал есть, просто закрыл. Санаба. Очень опасен. Миша, да? Да, конечно. Как попасть? Как попасть? Значит, ну дальше король здесь нужно начать. Короче. У нас, в принципе, в студии сейчас два человека, которые к концу 2016 года невероятно подняли интерес к шахматам в России. Что тебе сделать? Миша, давай мы на ничью согласимся. Ты предлагаешь ничью, да? Да, я предлагаю ничью тебе. Я принимаю. Да, молодец, Миша. Сергей Корякина, будешь болеть теперь? Да, за малышка, что не за Сергея Корякина. Ой, это дипломатично. Это же прорыв. Ведь ну я. Что?